Букингемском дворце Лондона открыли выставку, посвященную детским годам членов королевской семьи. Экспозиция включает все принадлежности 9 поколений династии Виндзоров. Посетители могут увидеть игрушки королевы Елизаветы, ее сына принца Чарльза и самого юного члена семьи, маленького принца Джорджа Кембриджского. Вещи для выставки собирали несколько месяцев. Помимо игрушек, гости смогут посмотреть кадры из личного архива семьи монархов. Продлится королевская выставка до 28 сентября. Это действительно показывает королевскую семью с необычной стороны. Благодаря выставке ее члены становятся более реальными, более близкими нам. Они делают то, что и дети по всей стране.